Добрый день, друзья. С вами Квестоник, как обычно. И мы с вами сегодня играем в такую игру, как Sea Animals Transport Truck Simulator. Вот здесь мы будем в таких вот местах водить такие грузовики. Ну и судя по названию, я так понял, что здесь мы будем перевозить морских животных. Такие, наверное, перевозимых аквариумах. Будет. Или что? Едем дальше. Вот, но сейчас, наверное, мы этот должны найти этот трейлер. Рецепчик. Поэтому сейчас увидим, что это будет. Кому интересно. Едем вообще. В ту сторону. Как-то. Не подсказывает, что надо ехать обратно. Поедем обратно. Так. Подписка была, но там подъездного пути. То есть стоянки этих трейлеров. Надо как-то здесь его въехать. Все это увидим. Вот, наверное, сюда вот. Так, поехал здесь точно. Мы никак не объедем. Там, наверное, где-то. Давайте вот здесь как-нибудь протиснемся. А, ну да, что-то мы проехали этот. Понятно, куда уже поехали сразу. Так. Чуть проехал. У нас так, сейчас увидим. А. Вот оно как. Да, он типа как перевозимый аквариум. Вот он крайний тут с акулами. Сейчас мы его зацепим. Аккуратно перевозить. Все-таки животных везем. Так, и мы поехали. Вот, да, такой аквариум, так сказать, небольшой, большой, наверное. Там две акулы. Нам надо куда-то их отвезти. Причем довести целыми и здоровыми. Так. И там мы едем, пока непонятно. Так, я не знаю, реально переводится так вот морских акул или еще кого-то. Как-то по-другому их переводят.
Так, сюда, не сюда, да, сюда. И вот мы, наверное, уже привезли к месту назначения. Поезд. Так. Мы идем выполнять следующий уровень. Так, вот стоят еще три трейлера. Ага, но не сюда. А вот сюда. Так, и вон парковка. Ну, такая интересненькая игра, ничего такого сложного. По времени тут вообще ничего, сколько хочешь, можешь ехать. Так. Сейчас. Так, вот там надо выбрать какую-то из трейлеров. Сейчас мы это сделаем. Так, вот скорость. Вот тут заехать. Так, будем пробовать как-то, ну. Какая невозвышенность, не знаю, как тут заезжать. Вот так вот разве. На скорости немножко. Ой, как да заехали. Цепляем трейлер. Так. И поехали отвозить тут какие-то рыбки. Да, экзотические, непонятные. Куда же нам надо их отвезти? Сейчас узнаем скоро. Что-то пока не попадаю в дорогу. Так. Какие длинные уровни. Всего только второй уровень прохожу. Так, здесь, наверное, сюда. Стрелки показывают. Так, что такое? Так, продолжаем перевозить морских животных. Это совсем простая задача. Где-то здесь. Здесь, наверное. Так. Ага, вот видно. Так, и едем зацеплять очередной трейлер. А, вот тут он. Даже не пришлось куда-то далеко ехать. Прямо здесь оказался. Так, и мы поехали. Так, наверное, сюда.
Придется ехать в обратную сторону. Ну, точнее, откуда мы ехали. Чувствую, так это мы какую-то зеленую рыбку и большую рыбеху. Это типа на пол аквариума. Так. Уже где-то близко. Что-то виднеется уже, если не ошибаюсь, то уже конец нашего пути. Да, вот мы и приехали. Да, ага, да. Вот мы и приехали. Привезли такую интересную рыбку. Ну все, с вами был Квестоник. Всем пока.